день. Мы приветствуем вас к стоматологической клинике 32 ПРО. Сегодня мы проводим процедуру отбеливания нашей замечательной пациентки Ольги. Наша клиника остановила свой выбор на системе Клокс. В двух словах, почему именно на ней. Мне, как лечащему врачу, очень импонирует то, что эта система одобрена Стоматологической ассоциацией России как система безопасная. Мне очень нравится то, что после отбеливания этой системы нету чувствительности зубов, что очень часто бывает. И мне очень нравится результат. Неделю назад мы провели процедуру профгигиены. И, собственно, сейчас готовы начать. Начинаем мы с определения цвета. Делаем это вместе с пациентом. Я снабжаю пациента зеркалом. И по стандартной витовской расцветке подбираем исходный цвет. Единички, видимо, все-таки B2. Согласны? Да. Мы тогда эти два зубика оставим, чтобы было потом с чем сравнить. Мы сейчас начнем с защиты десны жидким кофердамом. Сейчас ассистент засветит, и кофердам застынет и будет плотной защитой слизистой во время процедуры отбеливания. Засвечиваем. Мы нанесли защиту десны в область отбеливания. Отбеливается зона улыбки. Это верхние и нижние зубы от 5 до 5 зубов. И сейчас приступаем к приготовлению самого отбеливающего раствора. В набор входит порошок и жидкость, которая смешивается. И получается готовый раствор. Все это делается непосредственно в день визита. Раствор должен быть свежий. Раствор для отбеливания готов к использованию. Не совсем раствор, он больше в виде геля для удобства нанесения. Как вы видите, он имеет ярко-оранжевый цвет. Это очень удобно в использовании, так как отработанный гель меняет цвет. Это для нас является маяком для того, чтобы убирать отработающий гель и наносить новую порцию. Мы нанесли первую порцию отбеливающего геля, и теперь будем засвечивать его лампочкой. Первая порция геля отработала. Мы это видим по изменению цвета геля. Сейчас мы убираем эту отработавшую порцию и наносим следующую. Мы нанесли вторую порцию геля и сейчас точно так же будем засвечивать ее лампой. И так мы будем повторять до тех пор, пока нас не устроит цвет. Слава Богу!
Мы процедуру закончили. По согласованию с пациентом решили, что 4-разовое нанесение нам вполне достаточно. И сейчас мы будем заниматься тем, что будем убирать остатки геля с зубов и убирать защиту десны. Нам осталось сравнить изначальный цвет, который мы определяли до процедуры, с тем цветом, который получился после. Держи зеркало, очки. Да. Вот так и вот так. А теперь вот так. Видна разница? Ну, то есть вот клыки, они все равно по природе, они темнее, да, а отдают зубы цвет равномерно.